до них очень сложно мяч довести, потому что под опекой они постоянно находятся. Там Николаев, также еще один из его партнеров, а вот такой гол! Ничего себе, Максим Роговский! И абсолютно спокойно побежал в свои ворота, как будто ничего и не произошло. Максим, великолепное попадание от Максима Роговского, но его только сейчас начинает праздновать, да, показывая нам в камеру сердечки. Ну, понятно, что, наверное, своим родным передавая большой привет